Смог сам за бора бывал. Ленина на пакет. Мой сосед был либеральный кент. И в 90-е штурмовал телецентр в Вильнюсе. Потом через центральный рынок в люди выбился. Деловой человек, держал ларек. Банчу свитерами из Турции. Джинсы варенки, бабы дико на него ведутся. Ведь прикинут по моде. Взял кабана на авторынке в Борисово. Может свести на Канары и купить, блять, Марсы, сникерсы. Модный человек, кожанки из моего подъезда. Машина большая, но однажды в его мерз врезался авторитет. Возле ресторана, блять, точно. Он возил сигарету в Польшу, имел перстней на пальцах больше. Ну и растопырил мальца, а задней седухи там выскочил пацан и достал волну. Три пулевых в грудах соседку не двинул. Да, в его квартиру вселился участковый Бобровский. Из середины 90-х бабан тоже в розовске. Меня щебели на лестничной площадке за то, что дал по щам Сергею Щукину. Одну под дверь Дарьи Сергеевой. Так что я тоже, блять, бандит, сука. У нас это семейное. Братва. Это бандитизм. Попробуй только записать диск, и мы тебя застрелим. Я у Янина пакет в деле. Это бандитизм. Попробуй только записать диск, и мы тебя застрелим. Ленина пакет в деле. Пидорас.